7 миллионов для машин скорой помощи. Эти деньги нашей области Кабинет министров выделил на окончательную комплектацию медицинских спецавтомобилей, которые поступили еще осенью прошлого года. Теперь их работа станет более эффективной, уверена местная власть. Машины поступили, а оборудование в полном объеме не сразу. Медики были вынуждены использовать новые автомобили в качестве обычных перевозчиков пациентов. Внутри было минимум специального оснащения. При очередном перераспределении средств в столице областной власти удалось добиться выделения денег из госбюджета для комплектации всех карет скорой помощи необходимым оборудованием. Руководитель области определил приоритеты – это жизнь и здоровье наших уважаемых жителей. Поэтому сегодня утром в телефонном режиме подтвердили нам. Ну, давайте пока постучим по дереву. Значит, на этой неделе должно выйти постановление Кабинета министров, которым эти деньги будут нам выделены. И тогда мы сможем провести тендер и в течение 3 месяцев закончить процесс поставки этого оборудования, комплектации. Вопрос решен, вопрос финансирования. В объеме 7 с лишним миллионов сегодня выйдет решение Кабинета министров. И я прошу облздрав и Виктор Андреевич, лично вас, Андрей Николаевич, включиться в этот процесс и максимально его закончить в сжатые сроки. Повышение эффективности работы новых автомобилей станет важным этапом реформирования службы скорой медицинской помощи, было заявлено на совещании.